Здорово, бродяги, на связи дедушка Корбен. Для всех, кому это интересно, я раздобыл и протестировал нашумевший мастерский пулемет РПЛ-20. Он является финальной наградой в батлпассе за 500 уровень. Далее вкратце и без воды. Для чистоты эксперимента РПЛ 10-го тира заточки с хреновенькими обвесами. Противник 12-й танк в 450 приведы. Результат 8 попаданий в голову или 10 в тело. Напомню, при 10-м тире и стандартных патронах 15-й тир на СБП патронах будет ощущаться очень больно, отдачи почти нет. При более или менее прямых руках все 100 патронов летят в точку, контролируется даже легче, чем на А545, это и отличает его от ПКП. Калибр и обвесы – дело понятное, но то, как он ощущается и играется, сильно комфортнее для новичков и среднеруких игроков. Он значительно более лоялен к пользователю, чем печенек, и поэтому это отличный вариант для открытого мира и клановых войн.